Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем, как правильно заменить испаритель в Geekvape Flint Kit. Для начала рекомендуем вам отключить питание аккумулятора пятикратным нажатием на кнопку Fire. Это делается для того, чтобы при замене случайно не сжечь ваш новый испаритель. Затем открутите верхнюю часть бака вместе со стеклом. Против часовой стрелки выкрутите старый испаритель из базы и выбросьте его. Достаньте новый испаритель из упаковки и тщательно пропитайте его жидкостью. Для данных испарителей рекомендуем использовать жидкость с содержанием глицерина не выше 60%. Закрутите верхнюю часть бака. Заправьте атомайзер жидкостью и дайте ему постоять буквально 5 минут, чтобы новый испаритель полностью пропитался жидкостью. Спустя 5 минут можно включать устройство и пользоваться им. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретник Бай и до встречи на нашем канале.